Так, кто тут у нас? Не успеешь одного перевоспитать, на его место другой разрушитель природы. Как тебя зовут, мальчик? Ловочкой. А что? А то, что посмотри, сколько всего плохого ты делаешь. Зачем? Ну просто так, от нечего делать. От нечего делать? Как раз таки для природы можно сделать много чего полезного. Посмотри, сколько всего полезного сделали жители города Мончегорск, семьи-волонтеры в рамках проекта «Семейный эко-драйв». Привет всем! У нас сегодня замечательная акция. Мы высаживаем в экологической библиотеке кедры. Они будут огромные, преогромные. Надеемся, что они у нас вырастут большими и здоровыми. Мы очень рады, что вы нас позвали делать такое важное и нужное дело, как посадить кедр. Мы с большим удовольствием приняли участие в вашей акции. Спасибо вам большое. Вот наш кедрик. Валентин. Лапландский заповедник тоже поддерживает проект «Семейный эко-драйв» и принимает участие в экологической акции «Кедры Мончегорска». Как здорово, что есть возможность собраться с семьями и подарить добро этому миру. Мы, семья Колпаковых, принимали активное участие во многих мероприятиях в рамках проекта «Семейный эко-драйв». Мы убирали озеро Имандра, собирали, сдавали батарейки, участвовали во многих творческих мероприятиях, принимали участие в акции «Вещеобмен». Что нам понравилось? Нам понравилось участвовать, потому что это дало возможность проявить нашей семье творчество, сплотить нас, уделить больше времени друг другу. И мы благодарим экологическую библиотеку за такие интересные мероприятия. Спасибо. Мы участвовали в конкурсе «Сдай жилье для батарейки». Этот конкурс очень творческий. Нам понравилось участвовать, поэтому теперь во всех акциях и конкурсах обязательно принимаем участие. Семью Маркиных, мы выражаем огромную благодарность коллективу экологической библиотеки за организацию и проведение такого мероприятия, как проект «Семейный эко-драйв», в рамках которого были организованы разнообразные акции и мероприятия, в которых мы старались принимать активное участие. Особенно нам запомнился мастер-класс по скрабукингу, с помощью которого мы с дочерью дома украшали семейную фотографию. Также дедушка совместно с внучкой приняли участие в акции «Столовая для птахи». Они изготавливали кормушки и скворечники. От всей нашей семьи желаем вам дальнейших успехов, новых идей и творчества. Семейный эко-драйв. Весной изготавливали фоторамку в стиле скрабукинг. Осенью с папой изготовили кормушку для птичек,
которая висит в городском парке. Мы ходим, проверяем, мы кладем корм птичкам. А в Новый год Полина изготовила своими руками снеговичка. Нам очень нравится принимать участие в конкурсе. И будем ждать в дальнейшем ваших приглашений. Впечатлил результат семейного экодрайва? Ну так себе, скучновато. Скучновато? Ну ничего, я самого короля мусора перевоспитал, так что сейчас и тебя, и зрителей по ту сторону экрана вылечим от экологической неграмотности. Закрываем глаза. По планете. Комбинат Добра Кольской ГМК очень рады сотрудничеству с экологической библиотекой и поддерживаем их проект «Семейный эко-драйв». Самый замечательный, самый веселый, самый занимательный. Перерабатываются не все виды пластика. Перерабатываются только виды пластика под маркировкой 1, 2, 4, 5, 6. Не перерабатываются виды пластика под маркировкой 3, 7. 3 – это пищевая пленка, например. 7 – это разные виды пластика, соединенные воедино. Также вид пластика номер 5, вот, это наши многоразовые контейнеры для еды, например, которые мы используем многоразово. В экологической библиотеке я первый раз, и очень приятно участвовать в проекте «Семейный эко-драйв». Ну и выставка, конечно же, послужит образовательным таким элементом для семейных посетителей. Большое всем спасибо, в первую очередь, Татьяна Васильевна, вам, потому что вот эта программа «Прекрасная, мир новых возможностей», она не будет результативной, если не будет идей, которые рождаются у вас, у вашего коллектива, у жителей Мочегорска. Спасибо всем большое. В крайней мере, магии. Начинаю сеанс гипноза. Ну что? Можешь не пытаться, на меня это не работает. Не работает? Ну хорошо, для таких как ты, Вовочка, у меня есть одно очень верное средство. Специальный эко-шлем. Начинаю экологическую перезагрузку. Наша природа, наш друг и помощник, мы часть ее, мы ее дети, должны любить, уважать, помогать ей в ответ, не причиняя вреда, беречь от всех бед. Начните с малого, донесите мусор до урны, посадите дерево или не ломайте хотя бы то, что уже растет. Берегите ресурсы, и все будет хорошо, живите экологически грамотно. Ну что, посмотрим, что сделал с Вовочкой эко-шлем. Преображение налицо! Что ты чувствуешь, Вовочка? Я чувствую невероятный прилив сил, бодрости и радости. Тогда держи лайк. Я чувствую в себе созидательную силу. Я хочу сделать что-то хорошее и полезное для природы. Вовочка, ты получаешь поддержку от наших читателей и любителей природы. Благополучие Земли зависит от каждого из нас. Отлично.
Друзья, реализация проекта «Семейный экодрайв» подошел к концу. Благодаря вашей отзывчивости и помощи за этот год мы сделали очень много для экологии города. Природоохранные мероприятия и акции экологической библиотеки продолжаются. Присоединяйтесь!